Здесь на фото можно реально увидеть с этого Шарбеля, как он выглядел. Ну что, друзья? Вот мы снова с вами в храме святого Маруна, или известного как храм святого Шарбеля. Эти стены едины как для христиан, так и для мусульман. Сюда люди приходят к святому, к своему ливанскому святому. А благодаря своим чудесам он стал известен далеко за пределами этой маленькой страны и стал своим даже среди православных. Девочки, ставлю свечечки, те, кто меня просил, за здоровье ваше. Вот два человека, имена я не называю, но свечечки я поставила. За ваше здоровье, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вы не болели и выздоравливали. И умер святой Шарбель. Поэтому здесь предусмотрели мягкий стул для того, чтобы можно было молиться. Люди сюда заходят, даже чтобы просто потрогать дверь. Здесь собраны письма со всего мира, которые приходили на имя святого Шарбеля. То теперь ваша любимая часть. Пойду покупать сувениры и то, что вы мне поназаказывали. Здесь всего реально очень много, поэтому здесь я проведу, наверное, большую часть времени. Видите, здесь есть разные шкатулочки. Здесь есть Библия, здесь есть различные четки и бусы, поэтому я их вам сейчас буду выбирать что-то. Вы меня просили исключительно со святым Шарбелем, значит, я буду вам выбирать со святым Шарбелем. Здесь есть диски и, значит, с молитвами и песнями святого Шарбеля. Кто меня спрашивал по поводу икон, здесь есть вот такие огромные, но я, к сожалению, такие не смогу увезти с собой. Я возьму что-нибудь поменьше. Вот кто говорит, что я делаю бизнес. Смотрите, здесь на все есть цены, видите? Смотрите, чтобы вы потом не говорили,
что мне все здесь достается бесплатно. بعطر هذا البخور الذي نقدمه أمامك أرح المتضايقين، فرج عن المكروبين، رد البعيدين، دبر القريبين، اهدي الرعاة، قدس الكهنة، نقي الشمامسة، سامح الخطأ، احفظ الأبرار، اكفي الأيتام، أعني الأرامل، أبعد الثورات، لاشي الفتن. إيانا نرجو للصلاة والقربى بمثلنا.